Любовь зла или деньги еще есть? Почему от Петросяна не уходит молодая любовница? Татьяна Брухунова, видимо, рассчитывает попасть в завещание. Неожиданный и скандальный развод Евгении Петросяна с Еленой Степаненко приковал взгляды тысяч поклонников консервативного творчества пары юмористов. Единственная, кто была и в горе, и в радости с Евгением, Татьяна Брухунова, молоденькая помощница комика, продолжила непростую поддержку Любви Обильного Петросяна. Хоть прошло уже и достаточно времени после развода, утешить по сути некого, но тесные отношения остались. До сих пор не ясно, почему от Петросяна до сих пор не уходит молодая любовница. Ведь за это время отношений с 74-летним мужчиной Татьяне приелся бы не один разговор с Евгением. На удивление публики Брухунова держится в статусе любимой достаточно долго, несмотря на то, что ни Евгений, ни Татьяна свои отношения официально не закрепляли. Любовь зла или у Петросяна еще есть деньги? Видимо, Брухунова надеется попасть в завещание юмористов, или же на самом деле питает к ним искренние чувства. Судя по снимкам инсайдеров, Петросян и его молодая любовница проводят много времени вместе. Известно, что после начала отношений с Татьяной Евгений поменял стиль, юморист стал активнее молодиться, идет в социальные сети и будто остановил счетчик лет рядом с избранницей. Брухунова же стойко вынесла критику хейтеров. Поначалу ей немало доставалось за якобы безвкусные наряды и бабушкин стиль. Но несмотря на все проблемы, Татьяна и Евгений все еще вместе. Что это, если не любовь? Но возможно, что это и любовь к деньгам. Конечно, как считает большинство поклонников Евгении, молодая особа окрутила комика, ведь любовь зла и сыграла с юмористом злую шутку. Мечтая о искренних отношениях, Петросян забыл о большой разнице в возрасте. Поэтому, пока деньги еще есть, Татьяна будет рядом.